Дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи Варпач, Алекс Фокс и Энди Фэй. Сегодня, ребята, у нас новая серия по маньячку в CSGO. Ходыш, всем здорово, ребята. Хей, братишки. И семью, пап. Так, у нас сегодня, в общем, вот такая вот карта. Это вот такая вот большая дача. Тут очень много нычек, телепортов. И вообще, это как было написано, что это дача. Машина вот, такая. Поэтому сегодня, дачка. Пацаны, мы будем работать в огороде, там, огурцы собирать не буду, и так пока. Далее. В общем, друзья, всем же приятного просмотра, приятного аппетита. Ну, а мы начинаем. Хочешь эту тачку? Тогда тебе в автосалон. А у нас ты найдешь топовые кейсы с дорогими скинами, новую систему апгрейда дропа, бесплатные кейсы и, самое главное, достойную окупаемость. Just Case. Крутые скины, доступны каждому. Новогодние бонусы уже ждут тебя. Ссылка в описании. У нас первый раунд, у нас вон маньячок, там Саня стоит. Ой, парни, ребята, кого за мной? Сюда. Вы видели, куда я пошел? Мне было проще найти и убить. Саня, а ты вышел уже? Он сюда не заберется? Не, он сюда не заберет. Нет. А он, подожди, он вышел-то или нет, Саня? Нет, не тороплюсь. Вот, да. Здрасте. А стекло разбивается. Отойди. Нет, оно не разбивает. Так, лучше отойти, пацаны. Я не знаю, насколько оно пробиваемо или нет, но вот... На даче, да, нормально. Ну чё, всё, да, Саня, да? Никак? И вот мне интересно, он вообще знает, как сюда попасть или... Понятно, знает, всё он знает. А где остальные? А, тихо! Беги! Кто-то обратно забежал. Нет, в смысле, ноу-клип нельзя использовать, алло? А кто это у нас там на ноу-клипе улетел? А он у меня появился. И чего это же? Это считается за проигрыш уже, алло. Так, еле спас. Кирюха, живи, Кирюха! Кирюха, он на первом этаже. Кирюха, это же самое, что, короче, типа, тебя маньяк убил, ты воскрес, блядь. Здрасте. Нет, не было такого. А я надеюсь, Саня же не знает, как сюда попасть. Нет, Саня не видел. Давай сюда, Кирюх, давай в эту часть пропрыгивай. Олег, он знает, как сюда выйти. Уверен? Ты прям на 100% уверен. Быстрее, беги. Так откуда? Не знаю, подожди, он же даже не знает. А вот теперь знает. Зачем? Так, Саня. Он не узнает, как сюда попасть, Олег. Я надеюсь, надеюсь. Вот видишь, куда он полез? И куда он полез? Вон он, я гномик. Давай, Сань, мы даже для тебя окна разобьем, понимаешь, чтобы ты... О, нифига, Саня. Чтобы получилось забраться. Давай, Саня, давай. Опа, Паркурчик. Так, и теперь в окошко, давай, запрыгивай. Так, подожди. Давай, Саня, давай. Сможешь в окошко запрыгнуть или нет? Оп! Никак, да, Саня, никак. Так, Кирюха, близко не подходи, отойди, он может зайти справа, справа. Ой-ой-ой, тихо. Саня. Никак. Где ты забей. Меня видел последний, один из последних разов? Не надо говорить, не надо было. Там можно под полом прострелить тазером, попадешь. Не надо, в смысле? Нет, там нету такого, нет таких прострелов. Хорошо, давай дадим подсказку. Подсказка такова, что на втором этаже где-то, когда ты забегаешь на балкон, тебя может телепортировать сюда. Вот, и вот, собственно говоря... Ой, ни хрена себе. Кирюха, убегай. Кирюха, просто беги. Я жирный. Кирюха, просто беги. Кирилл, просто беги. Так, Кирюха, вот сюда. Так, давай, бегом. А чё ты наверх побежал-то так? Ты мог это... Нормально. Сань, о, так, nice. Сань, так они в доме, Сань, что ты делаешь? Так какой дом, Андрей, ты что говоришь такое вообще? Нету тут никакого дома. Мы на даче. Саня, мы на даче, понимаешь, Саня, мы там в огороде кукурузу собираем, понимаешь, да, Саня? А где они? Да, какая тебе разница вообще, а? Какая тебе... Опа! Сань. Что такое? Андрей, ничего, тихо, Андрей, не говори отойди, ничего. Отойди, Олег, отойди от стены. А что там? Сань, видишь лестницу перед собой? Видишь, Сань, по-другому отойди. Подожди. Видишь эту лестницу, а не под ней. Так, Андрей, ты зачем это? Андрей! Это же... Спокойно. Так, нет, там нету никакого входа. Нет. Мы со всех сторон окружены. Кирюха, держись. На 40 еще секунд. Кнопочки. Какие кнопочки? В смысле? Что? Подожди, что? Тут нету кнопочек. Какие кнопочки? Кирюха сказал какие-то кнопочки. Нет кнопочек. Никакие, какие кнопки? Вы что? О, да блин, это же...
Отойди, да, ты, как блин, туда попасть, алё? Страшно-то как вообще, а? 20 секунд осталось, 20 секунд. На 10 секунде скажем. 20 секунд. А, отойди, Олег, отойди. Так, а я что сделаю? А я что с этим сделаю? Скажи, это что за кнопка? Никакая кнопка, Сань, никакой кнопки не было, понимаешь, Сань, нет. Не было никакой кнопки. Кирилл! Спасибо за кнопки, кстати, за подсказку. Хорошую. Господи, нет. В первый раз получилось закрыть перейти, да, а второй, да, не успели. Я попытался второй раз, не закрывалось. Так, ребята, срочно за мной, у меня есть крутая супер-топовая личка, просто прямо за тобой. Куда ты исчез, Сань? Стой, погоди, стой! Не успеваю. Вот он я, вот он я, вот он я, вот он я. Так, и еще, и дальше, так. Так. Сейчас, подожди. И вопрос следует, дальше куда? Так, так, сейчас, подожди. Так, Сань, ты уверен, что... Так, хорошо. Вот так, а что, куда мы делись, так? Серьезно? Ой, Робертсон. Ай! Нет! Кто-то старался, кто-то почему? Постарался, почему я? Постарался. Олег, Олег, что, как нет, не успел заныкаться, не успел, не успел. А почему я... Андрюшенька, там, ну подожди, ну Андрей, Андрей, давай договоримся, Андрей, давай договоримся, Андрей, Олег, 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 Андрей, давай договоримся, иди сюда, Олег, Андрей, Олег, Андрей, пожалуйста, давай договоримся, Андрей, давай просто договоримся, Олег, прости, но это Андрей, просто поговорим, Андрей, просто поговорим, понимаешь, и все, Андрюша, просто поговорим, Андрей, просто поговорим. Иди сюда! Надеюсь, ты не приведешь его ко мне. Нет, как он? Нет, он обратно вышел. Нет, 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 нет. Блин, походу не, походу ладно. Видел, как это видел? Да боже, да почему я второй раз не могу там перепрыгнуть? Чё за бред? А где он? Пацаны, где он? Вы мне сдайте его. Какая тебе разница, Андрей? Я бесспально дам подсказку. Андрей, тебе не обязательно знать эту информацию, Андрюшенька. Знаю, куда он делся. Нет, Андрей, тебе не обязательно это знать, Андрей. Андрей, не надо, Андрей. Не лезь туда, оно тебя сожрет, Андрей, не надо. Не лезь, сука, дебил. Так, а где, может кто-нибудь вообще подсказать, где там Андрюшенька бегает, а? Я не знаю. Он возле меня на углу дома. Взяк, вы что? Возле балкона тут стоит, возле балкона. Вы зарезали как-то дома. Ни хрена ты, дядя, блядь. 15 хп оставил, сука, дурак. Да, на первом этаже он, на первом я этаже. Я понял. Не надо рассказывать ничего, не надо ничего рассказывать. В сторону бассейна пошел. О. Нифига, я нычку нашел. Как вы там перепрыгиваете, я не понимаю, как вы это делаете? Я перепрыгнул уже в другом даже месте. Я хочу до конца. Да какая разница, Андрей, не важно, Андрей, не важно. Андрюшенька, не прощайте! Андрюшенька рядом со мной, идет сейчас в сторону, где бассейн проходит, заходит на первый этаж, вот на первом этаже. Вот, шмотки валяются. Так, да ну как вы это, я уже третий раз пытаюсь, пацаны! Где ты запрыгиваешь, мне скажите, найду. Да все, Андрей, все. Спокойно, 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 спокойно. Вот здесь, Кирилл, Кирилл, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Давай, 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 давай. Все, мы в безопасности. Я уже, понимаешь, Кирилл, я уже три точно круга сделал. Я знаю, я поднимаюсь на второй этаж, пытаюсь прыгнуть с того места, и не получается. Второй этаж, и каждый раз прибегаю потом сюда, и тут ожидаюсь, просто выжидаю момент. Он на первом этаже. Да, мы знаем, что он на первом этаже, мы это видели. Так вот так вот, Андрей, вот так вот. Новости все рассказывают. Новости все знают. Я телепортирую. Ну да, Кирилл, ой, Андрюша, а ты вообще новости смотришь вообще, как у тебя там с ними, нормально, да? Конечно, конечно. Первый канал включаешь. Первый канал включаешь и смотришь, да? Так, хорошо. Это лучший канал на свете. Как мы, а как мы залезли? Так, тихо. Кирилл, подожди. Так, сюда. Я слышу. Тихо, сюда. И кого-то я слышу. Кирилл, нет, там было прям слишком опасно находиться, он в другой стороне был, просто капец. Серьезно? Да! Что? Он где бассейн, он где бассейн. Здорово, Антон, блин. Здорово, блин. Здорово, блин. Ой! Так, спокойно, спокойно, Андрей, так, Андрей, так и будем кургали наматывать? Здорово, да, бля. Так и будем, походу. Так, спокойно, здорово, спокойно, 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 спокойно. У меня вопрос, у меня хотя бы получилось! Уху! А где? Парни, куда? Получилось! Если бы сюда привел, я тебя убью лично. Здорово, Саня. Кирюха, вот все, вот теперь у вас моя проблема. Поменялись сторонами. Саня, а ты туда как залез, Саня? Вот, по углу. По углу там. Так, как отлично, вы в Ньюс зашли, отлично. В новости? Он Деневс. В смысле, в новости? Так, все, Андрей, понимаешь, 20... Андрей, все, Андрюшенька, Андрюшенька, иди сюда, Андрей, иди на задний куда двор. Куда идти-то? На задний двор, иди на задний двор, на задний двор. Ты 17 секунд, достанет, Андрей. Достанет и убьет тебя, он легко может достать и убить. Да не достанет он. У меня 15 хп, как думаешь? Ну. Здрасте.
Что? Я закаленный в боях. Андрюшенька, сука. Андрюшенька, вот смотри, где вот где вы там? А куда ты на ноуклипе полетел? Смотри, головка торчит, а? Две, одна, все, до свидания, Андрей. Бред, это ничего. Олежа, какая нычка. А я не знаю, парни, а у кого нычка? Давай за мной, давай. Нет, Саня, где ты? Саня, он прям за нами бежит. Саня, срочно, срочно. Так, я вас слышу. Хорошо, отлично, прекрасно. А он точно не понял. Знает, как сюда попасть. Он точно. Я надеюсь, что он забудет на втором этаже и все. Не, он не знает, как сейчас я возьму. Здрасте, Кирилл. Вы в домик обратно зашли? Вы только что по второму этажу бежали? Нет. Мы по 67-му. Нет, только что вы бежали по второму этажу. Мы по 69-й дороге вообще-то ехали, Кирилл. 67-го авеню. Кто? Нормальный паркурист вообще, да? Я смотрю, тихо. Саня, ты... Я закалён. Он тебя услышит, он тебя может услышать, тихо. Саня. Он может так звуки издавать, и как будто он в доме, но он не в доме. В реально, смотри, он может... А, блядь, ты напугал, гондон, сука! Саня, ты ранен. Блядь. Так, не, я не хочу прыгать вниз, поэтому... Так, ну, Кирюшенька, смотрите, а где Кирилл вообще, вы собираете, блядь? Такие дурачваны просто. Что? Вниз можете посмотреть? А где вниз? А, здорово, Кирилл! Здорово, привет! Ну, Кирюшенька, а вы знаете, как сюда попасть, нет? Надеюсь, он не знает телепорт на крышу. А кто упал? Зачем ты сказал про это? Зачем? Зачем? Не надо было говорить про это. Куда бы ты ни пошел. Так, Саня. Уходим обратно. Андрей, ты зачем его-то сюда привел? Андрей! Ты адекватный вообще человек, Андрей! Спокойно. Подожди. Только спокойствие. Кирилл, ты меня так просто упустил. Ты просто меня упустил, понимаешь? Беги отсюда. Не, понимаешь, я тебя упустил, чтобы ты жил. Ну, конечно. Ну, раз ты так базаришь, что... Я тебя развел. Просто... Да, конечно. А кто знает, где Кирилл? Он на втором этаже. Просто! Это что за скример только что был такой? Да я тебя развел. Это что за скример был такой? Понимаешь, мне Андрей говорит, что ты на втором этаже, я разворачиваюсь, и ты не на втором этаже. Я просто сижу в доме и жду, пока кто-нибудь из вас упадет, побежит опять на второй этаж телефон. Я так испугался сейчас, это кошмар. Тактика. Реально скример. Так, парни, я надеюсь, что вы все заняли свою позицию и все спрятались. Так, да? Здесь, может быть, там быть есть? Так. Ага. Здрасте. Привет. А вы вообще знаете, что оттуда никак не выбраться? Андрюха сказал в соло. Алло, я не по... молодой человек. Что? Молодой человек. Тихо. А вы где? Андрюшенька, ты где вообще? Олег, ты где? Андрюшенька, ты где-то здесь? Андрей, подожди. Да, я там, подожди. Я какой-то пропал. Блин. Так, Андрей, подожди, а куда ты улетел, Андрей? Прыг? Можно поинтересоваться вообще? Подожди, Олег, только не говори, что ты там остался. Прыг, где там? Прыг. В этой ловушке. Какой ловушке? Нет, там я не остался, Андрей. Я ж не до конца, я ж не до конца зашел. Так, круто получается, нас спалил, блядь, Андрей. Андрей, спасибо большое. Андрей красавчик. Все, не стреляй, Кто больше присядет раз? Надо три раза присядеть. Давай. Раз. Два, три. Что делаете? Так, Олег, давайте. Кто быстрее из вас? Кто быстрее из вас? Нужно присесть три раза. Кто быстрее из вас присядет три раза? И ты с нами играешь. И кто из вас быстрее это делает, тот остается в живых. На счет три. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Олег, пока Саня, я присел, блядь, я присел три раза. Ты не три раза присел. Лагала, иди нахрен, блядь, я не могу понять, кто из вас Кирилл, кто из вас Кирилл, а кто Саня. Саня, так, у меня все время только варпоч высвечивается и все. Так, Кирюха, прыгни. Да я не могу понять. Вот пацаны, убегите кто-нибудь. Всё, Гондон! Кирилл, убегайте. Кирилл, убегайте. Пидор, блядь. Это капец сложно было. Олег, я в той же нычке. Иди сюда, ты где? Ты реально в той же нычке? Да, я тебя жду здесь. Ты серьезно, в той же нычке? Андрюша вообще пидор. Давай, Олег, заходи сюда, давай. Ты что? На что ты надеялся? Можно узнать, пожалуйста? Нет, так ты... Не достанешь ты Кирилла, блин. Так я ж не до конца зашел в нее просто, и все, понимаешь, да? Так, а где у нас Кирюшенька прячется? Я на веранде, на большой террасе сижу, чилю, отдыхаю. Не там внизу, Олег, я же ответил, где... Подожди, на веранде чилишь, отдыхаешь, да? Вот прям над тобой. Только вот что-то как-то не... В смысле, под тобой? Над тобой.
Ой, здрасте. А что такое? Надо поле притоптать. Блин, я задел хотя бы или нет? Нет. Ну все, у него полтора минуты, он тебя не достанет. А как? Я не знаю, как туда попасть. Ну все, молодец, я тоже не знал. Подожди, стой. Это победа. Я тоже не знал, как попасть к вам тогда. Все, ты проиграл. Так, да вот почти! Как это сделать? Как это? Так, ладно, пойду изучать карту. А где он? Так, а где он? Кирюшенька, куда побежали? Да, Кирилл, быстрее заходи, давай, пропрыгивай, куда все аккуратно. Побежали, а? Кирюшенька. Ой. Давай, аккуратненько. Ты меня просто ждать хочешь там? Так. Он тебя будет ждать. Не видись, не выходи. Так. А вот, смотри, он пришел. Здрасте, Кирюшенька. Здравствуйте. Так, я не понял, подожди. В смысле, ты где? Прикинь, начнёт этот ранний до сих пор прыгать, тебя ищут. Да нет, в смысле? Где он? С фонтанчика воду нельзя пить, Олег. Так, не понял. Да всё ты понял. Бля. Фонтанчика? Олег, смотри, воп. А, во, всё, вижу. А все, у меня 10 секунд. Все, не успею. Не, все, не успел. А я жду тебя на 3 секунды. Последний. Успел, все-таки ничья. Ах, ладно, друзья. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот сегодня у нас серия по мудичку получилась. Я надеюсь, что она вам понравилась. Все, как всегда, поставили свой драгоценный лайкусик и подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Алекс, Фокс, Варпач, Антифай. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока. Всем пока. Пока, друзья. Пока.